пабы, короче, да, так мы выехали легко. О, блендер встрял. Ваня, нет, нельзя, Ваня, нет. Когда нельзя? Нет, нет, это была не я. Дети были за рулем. А я тебе сказала. Мне кажется, он на меня. Это резина у тебя более-менее еще живая. Нам как раз... На эту сторону просто отходи. Да, машина будет. А ну, на что способен блендер? А у него что получится? Вот и все. А ты кричала, Ваня, Ваня, тут дело 30 секунд. Ситуации. Я всегда борюсь, я всегда умею. Ты борец. Вот мы только что боролись, нормально. Ну мы же, правда, там ехали так, как в тот раз, помнишь? Спасибо, Валь. Ваня, я считаю, что это все ты. Я виноват? Я считаю, что вот почему-то это всегда происходит с тобой. Ну да, да, это да. Не, мы покатались, все препятствия победили. А потом стало скучно, потому что нигде не сели. Ну и потом как, сели. Моим бабам тоже, судя по всему, стало скучно, потому что они сказали: поехали мужикам спасать. Там ничего не оторвалось? А у меня бутылка... Мне тоже только что какой-то чай с коньяком наливали. А, вот там, на заднем сиденье там. Я умею вино пить, что пора открывать. О, ты нашел спички? Да, они тоже не курят. Нет, а я тогда еще курю. А? Игорь на классе была. А, зажигалка, да? Круто. Ого, Ваня. Что? Ты когда подъехал, знаешь, что Ростик сказал? Что? Ёханый. Эмоции. А ты забрал ее еще больше? Не, не. Все как было. Да? То ты забыл, как она выглядит. Я забыла, да, правда. Потому что малый такой ёханый. Я не поняла, кто застрял, хлебной или ты? Сначала я, меня а вытолкали, мы поехали, а потом он. Ну, наверное, на вот этом корыте разве. Не, ну вы хоть бы толпой бы по это. Кстати, сейчас подкипать пошла уже. Видать, стояла, понял, видишь? Ну как подкипать? Выше, чем ага. Обычно. За счет того, что стояла. Зато печка должна маслать хорошо, да? Так она не работает. А если бы работала, наверное, бы не грелась, да? Да не, конечно. Она тепло забирала с печки, а воздух бы туда хватило. Если выше пойдет расти, это значит где-то в натуре тосол вытекал. Но я просмотрел, нигде ничего не видел. Со всех. Эй, меня забыли. Реально они нам наваливают, да? А мы не можем никак стартануть. Слышь, ну мало сажало. Как было, почти так стрелка и осталась. Кого? Бензина? Да. Температура упала нормально. Значит, все работает, да? Ага. Ну тарахтеть начал уже один какой-то клапан, скоро будет стуканет, короче. Ну маслицо не жрет, как бы, правильно? Но уже когда масло будет жрать, тогда уже все. Потому что давление двигателя маловато. Это такое было, когда покупал, вложил один двигатель, второй, третий. Это уже на третьем двигателе, только же самое давление масла. Может, да. Самострелка. Может этот брать? Может. Ну вылаживаются двигатели, капец, как быстро. Называются миллионники, ты понял? Правда, вот такие эти устраивают. Тест-драйвы. Постоянно, да, постоянно. Давай уже, ё-моё. Я хочу на зеленый успеть.
Да, жалко такой, блин, на разборку, да? Да реально жалко. Его куб разорвать, короче, а потом на разборку, правильно? Всегда успею сдать. За те же деньги двигаться. Он, наверное, точно так же и катает, из него выкатывает все, что есть, понял. Надоело ездить с этими шваночками. Поставил электрическую печку. Ну, электрическая вроде распотевает, вот видно. Вот там, где она, ну, в принципе, видно. Ну, вот так видно. Короче, я смотрю, разницы в камеру не видно, но глазами реально тут распотевшаяся, а там не распотевшаяся. Переделал ее в прикуриватель. Была на 24 вольт. Ну, до 12 тоже греет. Ну, греет, распотевает реально. Ну и тепло идет рукой.